Ну что, коллеги, если так вас можно называть, все? После последнего матча было принято решение нашу футбольную команду расформировать. Почему? Почему? Ну, может, потому что 32-0 не совсем футбольный счет. Так, конечно, судье заплатили. Конечно, конечно, судье заплатили, да. Мы судье заплатили. Потом еще сопернику заплатили, чтобы он перестал издеваться. 32-0 на глазах у губернатора. Ладно, я как-то включил здоровый символизм, вспомнил, что нашему городу как бы 320 лет, сказал, мол, это подарок городу от нас, 3-2-0, в общем, там. Ну что, хорошо ж получилось. Хорошо получилось, да, но в следующем году 321 год будет, надо будет как-то 32-1 делать, один-то гол надо будет забить. А забить не получится, да? Поэтому что? Принято решение забить на футбол. Тренер, ну, вы же знаете, мы без спорта, ну пропадем, а? Ну пропадем. Может это, баскетбол? Лена. Волейбол? Гандбол? Никаких болов. Пойдем по пути, который завещал великий Дарвин. Сначала дадим обезьянам палку, а не мяч. Это что, он сейчас нас оскорбил? Да не нас, обезьян каких-то. В общем так, принято решение. В рамках популяризации исконно русских видов спорта организовать команду по городкам. И на это наша верхнеуфалейская черенично-лопатная фабрика выделяет на каждого, внимание, по 30 тысяч... рублей. Черенков. Так что, товарищи, разбираем инвентарь. Растая. И чё? Как в эти городки играть? Ну, наверное, как в города. Только, допустим, тебе надо говорить не Нижний Тагил, а Нижний Тагильчик. Ну, а палки-то зачем? Не, ну ты, если в Нижнем Тагиле скажешь Нижний Тагильчик, лучше быть с палкой. Отставить, подождите. Городки — это очень интеллектуальная игра, интеллигентная, да. И, в общем-то, я записал у нас уже Федерацию городошных видов спорта. У них есть федерация? Миллионы людей по всему миру удивлены, что есть такая федерация. Она существует, да. Кстати, если в нее записаться, мы автоматически попадаем в десятку лучших команд. Хо, нормально. А сколько всего команд? 8. Ну, знаю вас, взял с запасом, так сказать. Так что все, давайте. Ну и что, когда мы будем драться этими палками-то? Так, стоп, спокойно. В городках палками не дерутся. А вот теперь интрига. Тогда расскажите правила. Вот, наконец-то слово «правило» прозвучало. Правила! Пожалуйста, вот они. Городские правила, в общем. Так, ага. Ну, если вкратце так, чтобы ваш мозг не нагружать, надо целым черенком, да? Ага. Сбить напиленный. Так, берем напиленный черенок. Целым черенком напиленный. Целым черенком сбить напиленный. Так, это фигура называется. Так. Так что здесь так сложного-то? Берешь. Что, я выиграл? Походу, да. Красава! Ну, неужели появился вид спорта, в котором мы будем первыми, а? Подожди. Нет, не так. Надо отойти на 13 метров. Давай. Чё тут сложного? На 13 метров, вот, отошел. А, нет, сложно. Так, что ты делаешь-то? Нет. Отходишь на 13 метров. Но. Бросаешь палку. Но. И стараешься сбить. Ну, отхожу на 13 метров. Бросаю палку. Сбиваю. Чё, победа? Всё! Всё! Димас Красава! Да. Чемпион! Да! Да. Опять. Чё-то, по-моему, даже в десятку не попадем, ребята, с вами. Да потому что дрянь какая-то, не игра. Реально ерунда какая-то. Так, ладно, спокойно. Самое главное сейчас придумать название команды. Это важно. Ну, я так, вот ты, думаю... ты молчи, давай ты.
Че ты хотел? Уральские кидалы. А что, хорошо, хорошо. Если название команды будет совпадать с названием главного спонсора, то, в принципе, банк микрокредитов у нас уральский. Вот, да, и хорошо. Так, еще самое главное, сейчас нужен еще гимн. Гимн обязательно нужен, да. Опять интрига. Что интрига? Какой гимн может быть у городошников? Какой гимн вообще? Городошники, это же это. Мускулатура развивается, глазомер развивается, да? Вот об этом, собственно, и... Собственно, я тут уже накидал слова, так сказать. Сегодня вечер ночью спал. Вот. Какой-то. Учим слова. Все, ага. Поехали. Городошники, городошники, мы руки развития помощники. Мы не просто палка-кидатели, мы глазомера развиватели. Немножко в конце сбились. Да, ну подрепетируем. Ну, допустим, ладно. Давайте я пошел. А вы куда? Я тут недалеко, на 13 метров. Нам что делать? Ничего, стойте, как в футболе. Ух ты, опять интрига. Какая интрига? Все же ясно, валим. Валим, валим.